Итак, всем привет, с вами снова Лежик. И сегодня у нас обзор на Audi A8. Да, у нас сегодня обзор на Audi A8. Я скачал мод на Audi A8. Ну, я теперь буду стараться скачивать практически каждый день новые моды и выкладывать новые видео. Вот сегодня будет Audi, следующим, наверное, будет Mazda. Ну, я не знаю, как получится. В общем, не важно. Поговорим о Audi. Audi я скачал с сайта, ссылку на скачивание мода в описании. Как качать моды, вы уже знаете по моему прошлому одному ролику. Итак, давайте уже покатаемся на нашей Audi. Выглядит она такая довольненько, такая длинная. Фары мне нравятся. Вот такие у нее фары. Знак Audi. V12. Жалко, вот номер не такой, не как настоящий. Тут написано Liberty City. Также вот эти трубы. Две штуки. Тут диски, титановые вроде. Так, тут тоже бы вроде бы. Ну, в общем, да. Ну, ладно, давайте теперь поедем на ней. Вот. Мне нравится ее звук. Звук тихий. А скорость у нее, ну, я бы не сказала, то, что маленькая. С управлением-то тяжеловато. Да, тяжеловато с управлением. Ну, я не знаю почему, может быть, из-за скорости, если управление здесь тяжелое. Ну, хотя, привыкнуть можно, не то, что на гелике. На гелике весь мод есть, тоже на гелике. Управление вообще ужасно. Это вообще жесть. Вот так, угоняем. Еще постараюсь сделать спидометр и будем проверять вообще машины на скорость. Я недавно хотел включать тренер, у меня что-то там пошло не так. Поэтому пока что играем без тренера. Но в дальнейшем, я надеюсь, скачаю тренер, скачаю один из первого лица и все такое. Сейчас у меня, можно сказать, не хватает немножко времени. Вот так. Так, Нет, даже звук у него тихий. Он не то, что как у других машин, он орёт. А тут нет, звук тихенький. Чувак, дебил, иди отсюда. Видишь, тут нормальный пацан едет на этот, на Audi A8. Вы что, гоните, пацаны? Это машина зверь. Вы что, Вы это видели? Блин, нет. Давайте-ка под разные ментов, если мы их найдем. Пацаны. What the? Братан, слышь, братан. Ой, братан, извини, я нечаянно, брат, тихо. Май. Пацаны, что, ребят? Ой, боюсь. Ё-моё, я навалил, пацаны. Воу. Ёба, вы чё с ментором делали, Это был мой брат! Надо не довольно легко делать. Ты жмёшь на газ и всё, машина просто уходит с видимости вдаль. Вон, всё, я не видно. Я не ты не видишь. Всё, мы убежали. О, тут сюрприз! Есть, я полетел. Но я все равно не полетел. Воу, what the fuck? Это не шлеп. Так, и снова. Да что мы будем делать? И правильно, вы угадали. Мы будем сейчас ехать на качели. Смерть, да, я обожаю качели смерти. Ну что, погнали на качели смерти.
Итак, мы приехали на качели смерти, видите, уже на другой машине, ну, тоже на Audi, но другого цвета. Потому что я Audi заменил в такси, поэтому я мог свободно сесть в Audi сзади, и меня навели бы на такси. Я смотрел там, как сидел, в общем, спидометр это 260, максимальная, а таксист ест скорость 70 км в час. А если ускорить его, то 100 с чем-то. Можно скорее. В общем, давайте теперь разгонимся и вылетим или посмотрим, что вообще произойдет с нашей машиной. Что произойдет сейчас с нами? Выживем ли мы? Раз, два, три. What the fuck, я умер. Вот это меня откинуло, да. Ладно, давай съедим еще раз, то я накачали смерть. Итак, в общем, ребят, я не нашел нам новый Audi, я уже искал где-то час по городу, но нигде не нашел больше нам новый Audi. И поэтому я решаю закончить нашу серию. Всем спасибо за просмотр, с вами был Ёжик. Хотя мы покажем смерть, давайте убьем себя. Эх. Ну же. Ой, блин, я не успел. О, все. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был Ёжик. Прошу извиниться за то, что я не смог второй раз разбиться на качели смерти, но ну, так получилось.